большой кемпинговый столик походный весом менее килограмма. Вставляется он нам в чехле в двух цветах. Конкретно это черный или серый, а может и серый. Короче, два цвета, черный и серый. Посмотрим, как он тут должен быть написан. Так. Непонятно. Так, вот сама столешница. Вот так она выглядит при приближении. Это пластик, это, естественно, алюминий. С ребрами жесткости все сделано. Так, берем столешницу и крепим ее таким вот образом со всех четырех сторон. Наш столик готов.